Кражу рано утром обнаружил водитель предприятия, машина которого стояла на ремонте в гараже. Неизвестные, перекусив гидравлическими ножницами навесные замки, проникли в три бокса, откуда похитили сварочный аппарат, шлифмашину, дрель, два колеса и личные вещи водителя. 8:30 в Мозырьске РУВД поступило сообщение от директора Мозырьпива о совершенном хищении на территории общества. Значит, по прибытию следственно-оперативной группы производится осмотр места происшествия. Значит, установлено, что проникли в три бокса путем перекуса навесных замков. Значит, по предварительным данным похищено товарно-материальные ценности на сумму 3 миллиона рублей. Значит, в настоящее время производится осмотр места происшествия, изымаются следы. По результатам выезда будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Ворам не помешал ни высокий забор, ни охрана, ни даже собака. Судя по всему, злоумышленники ее прикормили. Это уже не первый случай хищения на пивзаводе. Илона Шавловская, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь».